бассейне «Дельфин» ажиотаж. Более 200 спортсменов-пловцов собрались, чтобы выявить победителей зимних чемпионата и первенства Омской области на короткой воде. В программе традиционного турнира все известные виды спортивного плавания. Омские мастера браса, бутерфляя, вольного стиля покоряли дорожки. Среди участников и признанные мастера, и начинающие юниоры. В числе сильнейших спортсменов – мастер спорта международного класса Сергей Маков, недавний рекордсмен престижных соревнований. На Кубке мира в Москве, так вот, я, конечно, не назову это счастливой случайностью, но нам удалось установить мировой рекорд в смешанной эстафете 4:50. Получается, этот вид программы достаточно новый. Вот. И мы, конечно, не первые, кто установил этот мировой. Перед нами были американцы. Их рекорд нам удалось побить. И достаточно прилично. Чемпионат Омской области для нас это уже такая простартовочка, где мы посмотрим, какие моменты еще нужно подработать, потому что через неделю у нас уже стартует чемпионат России. Региональные чемпионаты первенства считаются этапом подготовки наших спортсменов к зимним стартам всероссийского уровня. И для кандидатов в главную сборную России, и для амбициозных юниоров домашние соревнования – хороший шанс оценить свои силы. Ну, здесь видно, что ребята уже форму набирают. Это начало сезона у нас. То есть, 7 ноября мы, в начале октября мы проводили открытие сезона. То есть, и сейчас уже видно, что через месяц у нас результаты растут. В общем-то, ребята уже по своим результатам готовы выйти на свои лучшие результаты в этом сезоне. В итоге разыграны 72 комплекта наград. По итогам зимних чемпионата и первенства Омской области по плаванию будет сформирована региональная сборная для участия в чемпионате России, который пройдет с 15 по 19 ноября в Казани.